Анонс с 37 по 40 серии сериала «Ветреный». В 37 серии Генуль начинает кричать и плакать. Она не хочет разводиться с Мираном, но тот настроен серьезно. Султан приходит к Азизе и просит ее остановить Мирана, так как Генуль не выдержит развода. Миран, благодаря Гюль, похищает Риян прям в ее ночхны. Риян всеми силами сопротивляется, но ничего не может сделать. Похищение Риян сразу все замечают. Азад очень расстроен и хочет найти любимую. Миран, когда уже окажется в машине с Риян, звонит Хазару и говорит, чтобы тот не искал дочь, так как он уезжает с ней далеко. В 38 серии, пока Миран увозит Риян по никому неизвестному адресу, Азад приезжает в особняк Асланби и берет Генуль в заложники. Он требует отдать ему Риян. Поняв, что Риян нет в особняке, он забирает Генуль с собой. После этого султан приходит в особняк Шадоглу и требует вернуть свою дочь. В 39 серии Риян удается сбежать из заблокированной машины Мирана с заправки, но она 100 раз пожалеет об этом, когда окажется в руках у насильника. Миран найдет ее и спасет. В знак благодарности Риян обнимет его. Тем временем Хазар не находит себе места, он хочет найти дочь. Азад прибавляет ему забот, похитив Генуль. Миран и Риян останавливаются на ночлег в отеле. Они спят в разных постелях. Султан боится, что все, что они сделали с дочерью Шадоглу, они захотят сделать с ее. В 40-й серии Азиза приезжает в особняк Шадоглу и говорит, что они должны вернуть им Генуль. У ворот она встречается с Хазаром, который не понимает, что она хочет от его семьи, так говорит, что держит на него обиду, так как он обесчестил ее семью. Хазар же в ответ говорит ей, что ничего не сделал. Их разговор подслушивает Зихре. Тем временем Миран наблюдает, как спит Риян, лежа рядом. Когда Риян просыпается, видит, что рядом с ней лежит Миран с закрытыми глазами. Она решает его поцеловать. Генуль звонит Азизе. Она просит вернуть Азату Риян, так как тот пригрозил ей, что если Риян не вернется, с ней будет то же самое, что с Риян. Риян, поцеловав Миран, уходит из отеля. Она долго ходит по улицам городка. Миран ищет ее везде и находит. Между ними снова возникает ссора. Посмотреть с 37 по 40 серии вы сможете 12 ноября на телеканале «Домашний». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.